В Сургуте состоялось открытое первенство города по синхронному плаванию «Ариэль-2023» среди девочек 8-17 лет. В соревнованиях приняли участие 76 воспитанниц спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». Турнир проводят ежегодно в мае. Он дает возможность всем учащимся отделения продемонстрировать свои достижения за время тренировок, повысить разряды или же получить первые в жизни спортивные классификаторы. Выступления синхронисток оцениваются на основе уровня сложности программы, исполнения, художественной интерпретации и общего представления. Сегодня спортсменки будут исполнять 4 произвольные программы. Это индивидуальные соло, дуэт, когда 2 человека выступают, группа 8 человек и комбинированная программа состоит из 10 человек. Сложность комбинированной программы, что она составляет в себе полностью и соло, и дуэт, то есть спортсменки как себя полностью вместе должны показать, так еще и по отдельности каждая. Победительницам первенства по синхронному плаванию вручили призы. Это мягкие игрушки с логотипом соревнования, а также цветы, медали и дипломы. Кроме того, по окончании соревнований спортсменки в торжественной обстановке получили присвоенные в течение года разряды. Формируется выступление так, что выбирают человека. Выбрали меня, получается, на соло. Вот. И начали готовить. Составляли очень долго, много чего меняли. Вот, музыка у меня примерно Испания, что-то вот такое, вот, и мне сама программа нравится, как она составлена.